Всем привет! С вами Влад. В сегодняшнем видео я покажу, как прокачать арбалет орла. Для начала нам нужно собрать 4 статуэтки. Если вы еще не знаете, как это делать, смотрите мой прошлый гайд. После того, как мы установили фигурки, нам нужно убивать рядом с ними зомби. Зомби можно убивать как обычным оружием, так и ловушкой. Я считаю, что гангста. После того, как мы выполним этот квест, фигурки можно будет забрать обратно. Забираем их и идем в другую локацию для прокачки арбалета. Теперь бежим в локацию, где находится большой костер. Подходим к статуе и устанавливаем фигурку. После чего нам нужно убивать рядом с ней зомби. После этого подходим и забираем статуэтку, и у нас автоматически прокачиваются арбалеты. Сейчас посмотрим эффект арбалета. Делаем 2 выстрела, и он создает вот такую вот ловушку, с помощью которой он убивает зомби. Ну а если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.